лет тюрьмы за идею вооруженного... За пропаганду терроризма и экстремизма. Лишился свободы из-за... Факты вовлечения детей в радикальную идеологию уже перестали быть редкостью. Вербовщики экстремистского толка поняли, что ребенок, возвращенный на их убеждениях, в будущем самый ценный и надежный воин. Свой план они чаще всего продвигают, используя доверчивость и неинформированность населения. Вряд ли здравомыслящий, даже самый нуждающийся родитель, отдаст своего ребенка туда, где из него воспитают безрассудного последователя. Забота и образование предлагается за небольшое вознаграждение или и вовсе даром. В итоге и знания, и попечительство предоставляются воспитанникам весьма сомнительного качества. Критическое мышление у детей отсутствует, психика податлива, поэтому они особенно уязвимы и нуждаются в защите. Ограждать их от насаждения чуждой идеологии должны не только родители, но и государство и все общество. Подрастающее поколение – это будущее страны, и каким оно будет завтра, зависит от нас сегодня.